Всем привет. Сегодня реакция на анимацию «Как неадекват» канала Русь. Рекомендую, он делает анимацию. Лайк влеплю. Смотрим. Всем привет, с вами «Как неадекват». И сегодня я расскажу вам историю о том, как я отдохнул в Таиланде. Это случилось весной. Хотя в нашем городе еще был снег, очень много снега. Мы с Юлькой гуляли на улице, и в один момент она как подскользнулась, как нырнула мордой в говно, и сразу выкрикнула после этого. Как же меня задолбала эта погода! Фу, мухи летают там около говна. Ну короче, мы все обдумав купили билеты и полетели в Таиланд. Это был очень тяжелый перелет, так как нам пришлось лететь целых 10 часов. 10 часов, Карл! И каждые 5 минут всего полета и меня в позу. А еще сердечко мое делало йок-йок. Я так думал, что раз столько не успел об этом. Танцующие гробовщики. Эти ужасные. Из песни «Астрономия». Мы наконец долетели и вылезли из самолета. Ёб твою мать, что так жарко, как в Египте. Офигеть, тут жарко. Добей меня, Юля, добей. Я не доползу до этого отеля. Так, вставай и пошли к автобусу. Он в 10 метрах от нас. А, да, ну ладно. Мы сели в автобус и поехали в отель. Где он все? На один час. На протяжении всего пути нам объяснили правила этикета в стране, как себя нужно вести и какие развлечения есть в Таиланде. А ну короче, здесь есть все. Шенюхи, тигры, львы, трансвеститы, слоны, рамен, тайцы, сады. О, ну мы приехали, до свидания. Добравшись до отеля и зайдя в наш номер, Юля сразу включила блогерку и пошла записывать видео, а я тупо упал на кровать и уснул. Нифига себе, как тут красиво! Посмотрите, какой туалет! А какой душ! А какая кровать! Вау! Она, кстати, до сих пор не допустила второй двух из Таиланда с румком нашего номера. Песец! После небольшого отдыха мы поперлись с Юлькой в ближайший ресторан перекусить. Там было очень атмосферненько, и жратва была разнообразной и безумно вкусной. Вообще, практически вся еда, которую мы там перепробовали, была великолепной, не считая острой пищи или суши с роллами. Не знаю почему, но они там их делают как будто бы из говна какого-то. Писец. Сам отдых был очень насыщен. Каждый день мы куда-то ходили, то в японский ресторан, жрали там рамен, то в музей какой-нибудь, даже на слонах покатались, ну, точнее. Не, Юлька покаталась, а я сидел, снимал ее на телефон для влога, который до сих пор не вышел. Еще мы на теплоходе плавали, на другой остров и обратно. Практически каждый день жрали рыбку, купались в бассейне, отшивали таксистов. С таксистами так вообще отдельный случай. Такси. А еще мы умудрились прогуляться по Волкин-стриту. Руся, какого хрена тут происходит? Я не знаю, Юля. Они хотят, чтобы мы с тобой посмотрели, как тайка курит свое пиздо, Юля. Что это за логово извращенцев? Русский, да, русский. Смотри. Пинг-понг, да? Смотри, русский, да? О боже, Юля, они еще и пиздой в пинг-понг играют. Ну, короче, в тот момент мы охренели конкретно. Помимо этих талантливых баб, были еще и те, совсем где хрен поймешь, баба это или мужик. А, привет, киса, сколько стоишь? 1000 бат, красавчик. Ёб твою мать. В общем, впечатлений Таиланд оставил немало. В целом нам понравилось. Сейчас, вернувшись домой, мы постоянно скучаем по нему. Скорее всего, мы слетаем туда еще и не раз. Там есть очень много своих минусов, но плюсы все-таки переваливают. Как ни крути, вообще топ. Ну а на этом пока что все. Не забывайте подписываться на мой YouTube-канал и ставить колокольчик. Не забудьте, а я уже подписан. Я материться не могу, но вы понимаете, что у меня в голове сейчас творится, да? А еще у меня появился Instagram, и я пытаюсь его как-то вести. Кому будет интересно, подписывайтесь. Ага. Ну а на этом все. Всем пока. Вот это реакция. Что, с вами был, как всегда, Кирилл. До свидания.